Чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет посадили деревья на аллее звезд спорта. Тяньшанские ели теперь будут украшать одно из любимых мест отдыха астанчан – парк влюбленных. Саженцы высадили ватерполист Сергей Котенко, баскетболист Валерий Тихоненко, легкоатлетка Ольга Шишигина, борец Юлия Мельниченко и другие спортсмены. Эко-акция по озеленению, организованная Национальным олимпийским комитетом и акиматом Астаны, стала традиционной. Напомню, в прошлом году эту аллею открыли чемпионы и призеры Олимпиады в Рио